В стенах Казанского университета прошло мероприятие, посвященное Дню защиты детей. Я просто замучилась это все рисовать, и мне это очень сильно понравилось. Благотворительная акция «Спаси жизнь, стань донором костного мозга». Мы объединены с Национальным регистром доноров костного мозга, и общая работа вместе с Национальным регистром насчитывает более 60 тысяч потенциальных доноров костного мозга. Из них, конечно, большое количество – это студенты, это молодые люди, которые желают вступить в регистр. В Казанском университете прошел концерт в честь композитора Салиха Сайдашева. Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Амир Ахтямов. Восьмой международный форум по педагогическому образованию, проходивший в Казанском федеральном университете с 25 по 27 мая, стал одним из крупнейших событий в области педагогического образования не только в нашей стране, но и в мире. Участниками этого научного мероприятия стали более 1500 ученых из 29 стран, представлявших 214 высших учебных заведений и научных организаций. В стенах КФУ прошло мероприятие, посвященное Дню защиты детей. Подробнее узнаем далее. В Казанском федеральном университете прошла ежегодная акция «Проведи первый день лета в музеях университета». 1 июня в Международный день защиты детей в стенах музеев КФУ прошли мастер-классы и викторины для детей-сотрудников университета. Эта акция уже стала доброй традицией КФУ. Мы постоянно организовываем разные мероприятия, одно из которых вот дети сами проявляют свое творчество. Мы здесь для них подготовили выставку рисунков, и можно детям будет подойти, познакомиться, ну, с таким творчеством, начиная от 2-3 лет даже и до 16 лет здесь дети представили свои рисунки. Ну и, конечно, те дети, которые хотят что-то делать своими руками. Поэтому не случайно такой готовит очень интересный экспонат, так скажем. Это светильник, сделанный своими руками. Сотрудники университета совместно с детьми и внуками приняли активное участие в мастер-классах и викторинах. В этнографическом музее ребятам рассказали о таинственных ритуалах народов Африки. В Ботаническом музее прошел мастер-класс по изготовлению травянчиков. В Геологическом музее прошла интерактивная экскурсия «Юный геолог». А в музее Лобачевского ребята попробовали себя в роли реставраторов и узнали профессиональные секреты. Я сегодня пришла с двумя внучками, Машей и Агатой, на мастер-класс. И здесь нам очень интересно. Они делают светильники, сами раскрашивают. Предварительно им рассказали, как и что значит, узоры, которые они будут разукрашивать. В общем, очень интересно, что не просто какие-то вот праздничные мероприятия, а именно познавательные мероприятия. Нам очень нравится, мне лично, рисовать. Мы просто обожаем вместе рисовать. Да. Я просто замучилась это все рисовать, и мне это очень сильно понравилось. Потому что это будет свой собственный светильник. Можно даже не покупать. Казанский федеральный университет ежегодно проводит много интересных мероприятий. Но именно 1 июня двери университета открыты для детей. С уверенностью можно сказать, что ни один ребенок не остался равнодушным и точно нашел себе занятие по душе. Арина Галямова, Фарид Захитаглы, Универньюз. В Институте фундаментальной медицины и биологии состоялась лекция в рамках благотворительной акции «Спаси жизнь, стань донором костного мозга». О том, как можно стать донором, узнавала Маргарита Михайлова. В Институте фундаментальной медицины и биологии состоялось завершающее мероприятие в рамках благотворительной акции «Спаси жизнь, стань донором костного мозга». Студенты Казанского федерального университета участвуют в проекте уже довольно продолжительное время. Благодарственными письмами были награждены волонтеры и доноры проекта. Мы объединены с Национальным регистром доноров костного мозга, и общая работа вместе с Национальным регистром насчитывает более 60 тысяч потенциальных доноров костного мозга. Из них, конечно, большое количество – это студенты, это молодые люди, которые желают вступить в регистр и стать при необходимости потенциальными донорами костного мозга. Трансплантация костного мозга может спасти жизнь человеку с заболеванием крови. Чтобы процедура прошла эффективно, нужно найти своего генетического близнеца. Сделать это практически невозможно. Родители в этом плане совместимы со своим ребенком лишь на 50%, в то время как необходимо практически 100% совпадение.
Существует два варианта. Первый вариант – это когда была заготовлена кровь, ну, например, пуповинная кровь. При рождении эта кровь хранится в банке, и кровь конкретного человека вводится ему при заболевании. Второй вариант – это на самом деле, когда никаких заготовок нет. Второй вариант – это найти донора. Шанс найти подходящего донора для конкретного больного выше среди людей сходного с ним этнического происхождения. Поскольку на территории Российской Федерации проживает более 200 национальностей, найти генетического близнеца за рубежом гораздо сложнее. Проект регистра доноров костного мозга начался еще 5 лет назад, когда Казанский федеральный университет вместе с благотворительным фондом «Русфонд» организовал предприятие «Приволжский регистр доноров костного мозга». За это время в российский реестр было внесено более 45 тысяч добровольцев. Мы готовим площадки в разных институтах, то есть у нас много зданий в университете, чтобы студенты могли на площадке своих институтов присоединиться к этой акции и попробовать стать донорами костного мозга. В нескольких институтах у нас проходила эта акция. Ребята, добровольцы-медики, рассказывали желающим о том, как можно вступить в регистр, какие есть рекомендации, какие есть противопоказания. То есть и ребята, желающие, могли сдать буккальные петели, соскоб со щечки с внутренней стороны, как мы это по-простому объясняем, и войти в состав в этот регистр. Стать потенциальным донором можно при выполнении нескольких условий. Отсутствие серьезных заболеваний, масса тела более 50 кг, возраст от 18 до 45 лет. Для этого нужно всего лишь заполнить анкету и сдать 4 мл крови, либо специальный соскоб полости рта в любом офисе инвитро или центре молекулярной диагностики. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. В Казанском университете состоялся ежегодный праздник, посвященный памяти композитора Салиха Сайдашева. Подробности смотрите далее. На площади перед зданием Института филологии и межкультурной коммуникации у подножья памятника композитору Салиху Сайдашеву состоялся ежегодный праздник музыкального искусства «Лауреат народной любви», посвященный памяти прославленного композитора. Концерт был организован совместно с культурным центром «Сайдаш». Автором и режиссером проекта «Народная артистка России» профессор-заместитель директора по культуре и искусству Лима Галиевна Кустабаева. Возле памятника Сайдашева музыкальный праздник. Это называется музыкальное приношение Салиху Сайдашеву. Ну, у нас прекрасный памятник Салиху Сайдашеву построен, находится здесь вот в центре Казани. И мы каждый год, вот начиная с 2015 года, проводим здесь такие вот музыкальные празднества, на которых выступают коллективы, оркестры и симфонический оркестр, оркестр, джазовый оркестр «Фантазия», оркестр Татарского академического театра имени Галиаскара Камала. Это мероприятие является выражением всенародной любви к наследию Салиха Сайдашева и демонстрацией достижений татарской профессиональной музыки, хореографии и литературы. Я очень хочу, чтобы таких мероприятий было много, но самое главное, что вот эта традиция музыкальных праздниц, музыкальных фестивалей, посвященных Салиху Сайдашеву, чтобы эта традиция не умирала. Наоборот, она жила и каждый раз находила все больше и больше сторонников своих и участников, потому что это очень нужно. В концерте приняли участие народные и заслуженные артисты Республики Татарстан. Концерт собрал широкую аудиторию. Зрители насладились классической музыкой, татарской поэзией и игрой актеров, представивших отрывки из спектаклей. Амир Ахтямов, Никита Акиньшин, Универньюз. Казанский федеральный университет участвует в программе молодежного и студенческого туризма, поездки по которой начнут осуществляться с 1 июня. В этом году к программе присоединились 155 вузов из 98 городов России. Студентам КФУ, желающим принять участие в проекте, необходимо зарегистрироваться на портале StudTurism.RF, самостоятельно выбрать направление и маршрут поездки. В стенах Казанского федерального университета состоялось очередное заседание антикоррупционной комиссии. Сегодня у нас, во-первых, два института, которые мы заслушиваем. Это директор Института вычислительной математики и информационной технологии и сотрудника Института филологии и межкультурной коммуникации о работе студенческой антикоррупционной комиссии. Рассмотрим, первый вопрос будет этот. Второй вопрос у нас будет резонансный факт коррупции в образовательных организациях. И третий вопрос будет регулирование и предотвращение конфликта интересов в КФУ. На этом все. В студии был Амир Ахтямов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!